Друзья, свершилось то, что я давно ждала. Наконец-то вышло солнышко. Смотрите, как красиво. Термоядерно, правда, но красиво. Вот это да, сегодня краски будем ловить. Это все, наверное, потому что у мамы сегодня день рождения. Наверное, из-за этого. Примерно так выглядит человек по утрам. Да, я показываю себя и такую в том числе, потому что вот это вот всегда держать маску, что все супер, и ты такая красотка, реально не для меня. То есть по мне лучше я вот покажу вам себя настоящую, вот какая я по утрам, чем потом будут все, ой, ты не накрасилась, да, ребят, я реже крашусь, чем я не крашусь, поэтому вот всегда встречаю утро вот так, я живой человек, все мы можем вот так утром выглядеть. Знаете, есть охапка цветов, а есть охапка котов. Смотрите, у меня какая сладкая хапочка. Сладкая капочка, охапка котят. Смотрите, какие котятки прикольные у меня на руках. Смотрите, ой, как букетик подобранный. Смотрите, господи, цветочки мои сладкие. Те мои цветочки любимые, мои букетики. Кстати, сверху еще забавнее. Смотрите, как они в рассыпную разбегаются. Ах ты ж, Феликс, больно. Ай, ты больно, посмотрите. Я их не удержу так. Тихо, вот так сидеть. Ой, блин, вообще. Нет. Ну, вот и все. Подсобралась. Сейчас поеду мамуле за цветами. Потом поеду домой, буду делать ужин. Да, у нас сегодня не будет котят особо много. Ну, просто потому что есть дела поважнее, чем сутками наблюдать за ними и искать что-то прям этакое. Они же у меня не все время бесятся. И бывают моменты счастья, когда они вот сейчас, например, спокойно спят. И выжидать, конечно, до вечера, пока они проснутся, я просто не буду. Поэтому еду сейчас за цветочками. И потом поеду создавать праздничную атмосферу уже домой непосредственно. Ой, посмотрите, у нас минус 8. Тут, я думаю, сегодня было солнце, потому что минус 8, да, затянуло. Вчера было минус 3, уже сегодня минус 8. Достаточно так прохладненько. Пуша, в общем, мы пришли с цветочками. Сейчас я пойду накрывать на стол. Какая красота. Не, я вот, знаете, я очень люблю хризантемы, потому что они прям такое яркое настроение создают. Плюс не розы. Не знаю, как-то розы уже привыкли мы к ним. Вот хотелось красоты. Тортик. Сейчас пойду на стол накрывать. Дел у меня полно. Кстати, час остается до конца маминого рабочего дня. Не знаю, успею я или нет. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, моя мама! С днем рождения тебя! Петь я не умею, но зато вот такую вот красоту с удовольствием подарю, когда мама придет с работы. Диа! Красотища. Я вообще обожаю хризантемы. Смотрите, какой букет. Он даже не влазит в камеру. А очень скромно и при этом очень красиво. Поставила я, короче, жарить котлеты. Наверное, буду тушить тоже в сковородке, чтобы лишние тары не занимать. Сейчас поставлю еще варить картошку. Так, все, уже котлеты я начала тушить, протушивать. Поставила картошку на огонь. Варится. И буду сейчас поставлю цветы обязательно в вазу и начну накрывать остальное на стол. Теперь цветочки стоят на окне в вазе. Не стала распечатывать, потому что вдруг маме захочется так на них посмотреть потом, если что, уже папа распечатает. Все, накрываю на стол. Так, сейчас расскажу, что я буду делать. Вот у меня здесь тарталетки. Их 12, 12, 24. В общем, я буду делать тарталетки с маслом и с икрой. Ой, точнее, не с маслом, а с икрой, с творожным сыром. И с икрой тут, в принципе, даже показано, да. А вторые тарталетки, они будут вот с таким вот печеночным паштетом. Но он очень вкусный. Именно вот этот паштет, он внутри со сливочным маслицем. То есть, вообще, обалденная тема. Будет нарезка мясная, сырная. И будет нарезка фруктов и овощей. Ну что, надо приступать. Фронт большой. Ну, вот как бы и все, да, ужин готов. Сейчас еще тушится картошечка, практически все. Я успела, но мамы еще все равно дома нет, все равно успела. И вот цветы сюда перенесла, чтобы поярче было. Все, жду теперь именинницу. Чуть не забыла. У меня получается на тарталетке, вот одну пачку я использовала, не использовала две, одну на Новый год оставила. Здесь получается печеночный паштет, он еще остался даже больше половины того паштета. А вот
сливочный, точнее творожный крем, он ушел вот 140 грамм на 4, ой, на 6 тарталеток получается. И баночка икры ушла на тарталетки и вот сюда. Это вот, собственно, все, поэтому, может быть, где-то здесь проплешины есть, ну вот, как бы сразу все использовала. Ну, а так, в принципе, и вот это вообще радует. Карбонат очень вкусный, это вот мясной гостинец, и колбасу я там брала тоже вкусный, и сыр. Короче, надеюсь, что родителям понравится. Мне прям все понравилось, я все попробовала. Конечно, в процессе еды, когда делаешь что-то, всегда дегустируешь, пробуешь. Сейчас у меня там подогрелось молочко, я буду его добавлять в картошечку.